Всем привет, ребята! Сегодня наконец-то наступила суббота. Да. Утром я опять чувствовала, как будто я заболела, сейчас уже полегче. Да? Да. В общем, вот такой вот у нас стол. Я сейчас переверну камеру и покажу полностью. Так, ребята, как вы можете наблюдать? Нарезочка из Германии, это самое. Салатик с сухариками, курицей, капусточкой, Настя. И вот этот вот с сухариками. Пекинская капуста, огурец, филе, кукуруза, майонез, да? Ну да, яйца. Сухарики сказала? Ладно, не важно. Вот этот вот, это курица-ананас, тоже очень вкусный и сытный салатик. Там идет тоже филе, ананасики. Я знаю, я думаю, да, многие знают этот салат, он очень популярный на каждом праздничном застолье. Идем дальше, Настя, что там посмехается? Что ты посмехаешься? Я не можу сфокусувати. Что я как бомженятка, мне не треба. Бомженятка, то нам треба сходити до перукаря, в парикмахерскую нам надо сходить. Вот, такие вот маслинки и помидорчик. Кстати говоря, это... Плохие помидоры. Да, помидоры нас подвели, но ничего страшного. Потом идет такой вот салатик с тунцом консервированным. Туда идет листья салата, красный лук, чуть-чуть пекинской капусты, огурец маринованный, яйца. И главное, это лук красный. Вот. Что еще? А, ну и заправили просто майонезом и лимонный сок. Еще вообще туда идет горчица, но горчица здесь слабенькая, невкусная, да, короче, она не очень. Вот такая вот закусочка из баклажанов. Можете называть их синенькие или баклажаны, кому как угодно. Внутри у нас чесночок, сырок, майонезик и помидорка. Это очень-очень вкусно. Как видите, декором послужили листья салата и маслины. Они просто есть везде. Не знаю, сейчас кто любит их, не любит, но мы любим. Пошли покажем. Подожди, а это тот же салат, да? Да, да. Всего у нас получилось 3 вида салата. Можно было, конечно, еще сделать овощной, но мы посчитали его уже ненужным. Еще у нас в духовочке мясо. Пьем мы шампанское и мартини. Там еще есть сок и все такое. Решила сегодня взять такой вот эльф-бар, потому как мы курим сигареты, и мне сегодня почему-то вот захотелось покурить что-то такое. Так, что мы будем наблюдать? Идем на кухню. Сейчас практически все поубирали, ну почти. Да. Мясо по-французски. Смотрите, какое красивое. Сок пошел. Тут у нас свининка, картошечка, лучок. Что еще? Помидорчики вы видели. Сырок, майонез. Я думаю, многие знают тоже это блюдо. Оно популярное везде. Я думаю, залово для пятерых человек. Для пятерых человек. Для пятерых человек. Мне кажется, это шикарно, что мы накрыли. Не, если было бы 10 человек, я считаю, да, можно. И салат такой, всякой и так далее. Да, нормальный у нас стол, Настя. Все нормально, я считаю. Да, тут нету нормальной закуски, колбасы нормальной нет в Германии. Так вот мы крутим табак. Да, кстати. Пошли наблюдать, как это в Германии происходит накрутка. Да почему, Настя, все есть просто... Не, ну в определенных местах надо ездить, просто конечно. Тоже все очень дорого. Очень дорого, стоит, ну, да. И тяжело. Не, ну я хочу сказать, что ты хочешь сказать, что есть колбаса в их... Ну польская, их есть колбаса, а ихняя колбаса есть нормальная? Да я не знаю. Их только есть в Бужине. В общем, сейчас без 10:03 и придут. Любовь Степановна, скорее всего, против, чтобы я ее снимала, поэтому я лицо снимать ее не буду. У нее там аллергия, и вообще она не особо любит сниматься. Наташа всегда за съемку. Женя, скорее всего, тоже против. Но все равно мы будем снимать, потому как YouTube это часть уже нашей жизни. Поэтому мы будем снимать, да, Настя? Да, мы сейчас на перекур и будем встречать наших гостей и включимся с вами. Кстати, представляете, какая погода? Вот сейчас ясное небо. Буквально, вот не соврать, 10 минут назад был такой ливень. Вообще, я в шоке. В общем, ребятки, все, включаемся скоро. Так, ребятки, на подходе. Шум на весь подъезд устроили. Что это такое? Кто сюда пришел, да?
Любовь Степановна, вас я не снимаю. Чего? Без лица. Она же красивая. Она не любит сниматься. Наташа любит. О. Что-то красивое. Обожаю, дорогие наши девочки, с праздником, что родилась у вас такая хорошая девочка. Мамас, мамас. Ну, сегодня день рождения. Родители вас поздравляем. Вот, желаю, Анечка, чтобы все получилось, как ты задумала. Чтобы у тебя цель у тебя была, и она, ты шла к ней и пришла. И дошла. В общем, чтобы жизнь доставляла тебе очень много приятностей, удовольствий, и все было прекрасно. Спасибо большое. Это от нас Любой красивый цветок, за которым ты должна ухаживать. Да, мне неудобно. И растить его. Его можно растить. Это от нас Жени. Спасибо большое. Да, еще. Забыла. Кэш, ну, давайте вас хоть обнимем. Обнимайтесь, что вы этот, как не родные. Поздравляю, будь здорова, счастлива и достигни той цели, которую ты любишь. Спасибо большое. Да, здорово и счастливо. Спасибо. Счастливо, мой мужчину любимого. Семья немца. Немца, сейчас будет тост за немца. Я не говорю. Ну это классно. Такой цветочек будем ухаживать. Вот, чтобы растить, будешь растить. Они, ну, розочки возьмешь, они... Ну да, им надо куда-то их. Буду, так... О, прикольно, красивый. Красивый. Чего выбросить? Чего? Классно. Видите, красиво, мне нравится. Он такой, который я его. Я. Красота? Нравится такой цветочек? Нам тоже понравилось. Ну, конечно, потому что розы и где-то в огороде. Наташа, он любой, Наташа. Настя, он... Это ветровка. Ветровка. А это с Риги. Шикарно. С какой Риги? Хорошо. Нет, с Украины. А, да? Прикольно, я вспомню вы ее мель. Я люблю полить его, надо? Мне листья нравятся. Да и вообще, вот этот нежный цвет розы. Happy with Lily. Красивый цвет. Говорю, его полить уже надо? Да не-не-не. Не, он... Не надо, он влажный. А если он зеленый, ты читаешь, как он правильно поливать. Надо найти название. Ну, такой классный, мне нравится, красивый. Нравится? Главное, что нравится. Мы выбираем с Наташей, говорим о куртке, понравится. Поэтому вы так долго. Давайте сюда куртку. Держи, на, я буду куртку ставить. Спасибо большое. Это мои любимые конфеты. Любовь Степановна знала, походу. Конечно. Да. Сейчас, Настя, надо тапки дать людям. Да не надо. Я сейчас... Тапочки. Где вторые тапки? Снимай тапки. А я не знаю, с кисовую взяла. Да, кинуть. Теперь осталось дождаться Евгению, да? Ну да. Так а они когда приедут? Ну, я ж не знаю, когда. Неизвестно. Она сказала, что я приеду и приду сразу. Тапки отдать. А она придет одна? Ну, конечно. Точно без Славика. Я даже не знаю. Смотри, я взяла с собой носки. У меня уже можно тут оранжерею, ребята, открывать, как бы. Ай, какая красота. Уже вот это какие красивые. Хризантемы, да. Мне как нравится. Этот букет так пах, но о, вот тут пахнет. Слушай, вот эти долго стоят, вот эти цветочки. Да. Угу. А вы так духами все пахнете. Ну мы же на день рождения. Я, кстати, нет, я забыла подушиться, по-моему. Ну запах идет. По-моему, да. Приятный запах. Ой, так у вас как-то поменялось все. Так что, эти добавились. А где вы кресло взяли? Ну, этот шляпный. Шкаф. А, люстра? Наташа не была. Да, люстра была. Да. А что за наклейка? Наташа же еще не видела шкаф. Ну, это да, ш... Нет, на Ютубе я видела, но я забыла уже. Это Любовь Степановна его нашла. Подогнала. Подогнала. Классно. Да. Ну да, я смотрю по-другому сейчас смотрю. И кресло красивое. А где кресло? Да, диван надо поменять, чтобы взять такой, на котором можно спокойно и спать, и, ну, а что, на нем нельзя спать? И вас принимать. Ну, он... Ну такой он не очень. Да? Ну, нам же его бесплатно отдали. Да? Раскладывается. Раскладывается. Но он все равно такой. Неудобно на нем спать? Да, что? Неудобно и спать, и вообще он не очень такой. А где Настя делась? А что, ты уже сигареты куришь? А, ну сейчас. В общем, мы присели в ожидании Жени. Шампанское оставили. Когда Женя придет.
Дружка. Дружка. Мама. Мама. Нет, ну это много. Да, слушайте, вам надо поправляться. Да, чуть-чуть, чуть-чуть. А то мы наедимся, а потом будем ленивые. Мы должны быть активные. Играть в игры сейчас будем. Подвижные. По-немецкому? Подвижные игры. По-немецкому будем. Ты, короче, пока насыпаешь, да? Все. Еще раз, кто Настя? Настя звезда Ютуба, поэтому ей первое слово. Давай. Аня. А у меня сока нет, да? Или что? Вот. А как? А ты хочешь туда сразу? Ты хочешь так? Ну я наливаю. Я не знаю, я буду первый так. Без сока? Попробуй так, да. Не знаю, как ты, я так. Ну, без сока она тоже очень вкусная. Да. Чуть-чуть. Зачем ее? А, все. Так, Аня, хочу поздравить тебя с такой прекрасной датой еще раз. 23.03.2023 год. Вообще. Да. 23 года. 23 года, и как раз 23 все. Да, все, да, так прикольно. Обалдеть! 23.03.23 вообще. Да, вообще замечательно. Так что в этом году я уверена, что у тебя все мечты сбудутся. Все как ты запланировано. И я очень рада, что все эти года, как бы там не было, как мы не ссорились, что я вот встретила тебя, и что мы идем дальше по жизни с тобой. И я желаю, чтобы всегда мы так вместе шли рука об руку, и чтобы мы прислушались друг к другу. Желаю, чтобы ты все-таки нашла своего единственного неповторимого человека. Надеюсь, он в Украине. Ну, я не хочу говорить, но скажу, что ты нашла другого человека. Я желаю так. Более лучшего. Вот так. Самое вот. Главное, я тебе желаю, это здоровье, это самое главное. И чтобы мы выучили немецкий язык. Это все самое главное. Спасибо большое. И что, может быть, и остались в Германии. Спасибо. Может быть, а нужно остаться. Назад дороги нет. За тебя. Спасибо большое, спасибо. Я чокнулась с вами. Давайте. Все, с днем рождения. Спасибо. Ура! Ура! Спасибо. Обязательно, когда тебе 23 года. Молодость. Это вообще сказочное время, да, Наташа? Да. Это вспоминаешь и думаешь, боже, когда мы были молодыми. Так что это молодость, это замечательно. Пик молодости. Это замечательно. И я тебе хочу пожелать в твоей дальнейшей жизни, чтобы все сложилось так, как ты хочешь. Чтобы исполнились все твои желания, чтобы ты обрела вторую родину здесь, я уже всегда... Нам уже говорили, да. Да, и главное, чтобы счастье тебе никогда не покидало. Ангел-хранитель тебя хранил постоянно, был рядом с тобой. Это да. И здоровье было. Спасибо большое, спасибо. Ура, спасибо. Да, хороший тост. Я вот смотрю, вот мы жили какой-то своей жизнью, да? И тут вдруг раз, перевернулась страница, и началась совсем другая жизнь, другая квартира. Вот у вас собор перед окнами, колокола. Ну, конечно, там бывают сумасшедшие под окнами. Это ерунда. Хорошая квартира, сами ее обставили, сами все. Сколько сюда надо все. Не, ну спасибо Германии. Да, поэтому я просто хочу сказать, что жизнь нам дает нам столько неожиданных подарков. И мы еще не знаем, какие еще будут подарки. Вот. И все такое неожиданное, новое. Кто бы мог подумать, что мы тут окажемся и вместе, всем окажемся, наша компания. Да. Вот поэтому я желаю, чтобы жизнь тебе дарила неожиданные подарки, как можно хорошие, чаще. Да. Только хорошие. Хорошие, неожиданные. Что ты даже, ты понимаешь, мы не можем себе представить, что мы хотим, потому что ну, для нас есть что-то неожиданное еще лучше. Мы можем этого и не знать. Все, а для нас и не ожидать, да? Да, готовится что-то лучшее, мы можем этого не знать, а будет еще лучше, чем мы можем придумать. И еще по поводу вот исполнения желаний. Самое главное, что эти желания должны быть. Вот я часто думаю, исполнение желания, все, а вот желания у
меня есть такие. Знаешь, ловлю себя на мысли, что желание как-то, чтобы вот какое-то чего-то там хотела. Нет, вот надо иметь эти желания, иметь цели, иметь какие-то вот, чего ты хочешь, знать этого. Поэтому я тебе желаю, чтобы у тебя было осознанно все. Ты это знала, понимала, шла, мечтала, чтобы мечты были. Да. Вот. И дарила жизнь тебе хорошие, неожиданные подарки. Спасибо большое. Я пью воду, потому что мне что-то плохо стало. Правильно, надо заниматься здоровьем. Хорошо, оздоровительный процесс. Ребята, смотрите, какое у нас небо сегодня. Я покажу. Гирлянду тут включили. Вам покажу, какое небо. Наверное, будет ливень. Я проветривать буду. Цветочки радуют меня. За этим буду ухаживать, поливать. Его, наверное, надо поливать как-то, Наташа, Люба. Поливать как-то определенно надо. Там его можно только проливать. То есть как вот так вот намочила, под краном вот так, ну, там, намочила, вода стекла, все. Все. Хорошо. Красота. Да. Настя, видеоурок, как открывать шампанское. Это что, шорты? Для непонятных? А у вас компьютер этот был? Это с Украины. Ой, само. Сам прикол. Так красиво. Получилось у тебя. Молодец. Это... Мартини, ура, шампанский. Ура! Салют! С Новым годом! С Новым годом! С новым счастьем! Сейчас обратно поступаю. Ура! Ой, вот так тяжело вздыхаю. Шампанское так навевает такую какую-то радость, правильно? Наташа, передаем привет Андрею. И мы передаем привет Андрею. Привет, Андрей. Андрей постоянный просмотр. Зритель. Зритель, клиент. Андрей, надеюсь, ставит лайки. Он интересуется нашей жизнью здесь. Ура! С Новым годом! Аня, с Новым годом! С Новым годом! Новый год закончился, начался другой. Хоть бы был бы хороший, да. Будет все хорошо. Главное, в это верить надо, и все будет хорошо. Да. Вкусно. Сок. Смачно. Все, Наташа уже пошла, у нее автобус. Все, Наташа, спасибо. Да, я уйду далеко, далеко. Сейчас на сестру была очень похожа. Спасибо, что ты приехала. Вот так. Ага. По-английски. Все, спасибо, что ты пришла. Пока. Целую. Целуем. Пока. Опа. Ну, остаемся. А Женя пришла. Видите, зрители? Я показала Женю и буду выставлять ее полностью. От и до. Женя пришла. Я пришла с детем. С огромным опозданием. Они проштрафились. Здравствуйте, зрители. Подписчики. О. Мы были заняты. Да. Они у нас веселые, молодые. Да. Мы были заняты, мы были очень молодые. Да. Да. Кому спина болит? Кому спина болит? А, ну, пластик уже не болит. Слышали, как Наташа хорошо спела, ребят? Посмотрите. Наташа спела просто... Посмотрите на нас. Молодцы. Наташа спела в подъезде очень хорошо. Ладно, ребята, я пока прервусь, потому что очень громко у нас здесь. Все. Все уходят. Мы хорошо посидели. Не снимаю. Здравствуйте, всем спокойной ночи. Настя, идем провожать. Или что? Ой, Наташа забыла. Люба. Это же Наташа, да? А, да, давай. Может быть, я это забыла. Завтра отдадите. Привет! Умный блогер. Она когда-то в школе не бросила. Я думаю, что Наташа Люша отправила? Да, я помню эту историю, да.
Все, Анечка, спасибо тебе. Вам спасибо. Мы так хорошо посидели у тебя. Дай Бог тебе здоровья. Спасибо большое. Спасибо. Спокойной ночи всем подписчикам. Я теперь буду появляться каждый день на канале. Все, Любовь Степановна, спасибо, что вы пришли. Спасибо за подарки, за пожелания. Очень все приятно. Я буду появляться каждый день. Вы слышите? Подписчики, ждете. Шесть. Ты выставишь вот это вот и... Настя, вы что, да? Курите, мы снимаем. Все, Анечка, все. Всего вам доброго. Спасибо большое. Наташа. Прости меня. Наташа забыла кепочку и шарфик. Ну что это такое? Значит, смотри. Я буду появляться каждый день! Всем пока, подписчики, спокойной ночи! Все. Все, ребятки, все уже разошлись, наш мой день рождения подошел к концу. Хорошо посидели. Конечно, жалко, что Женя пришла с опозданием в целых 8 часов. Опозданием, да. Но ничего, мы и так отлично посидели. Спасибо большое Наташе. Я знаю, что она будет смотреть это видео. Спасибо большое Любовь Степановне за все. За поздравления, за подарки, за внимание. В общем, в целом за то, что пришли и мы так классно посидели. Да, и вам большое спасибо, зрители, за поздравления. На предыдущем видео было... Что это у меня? Что это? Может, за это, что знаешь. За это. В общем, извините. В общем, вам, да, спасибо большое за поздравления. На предыдущем видео было очень много приятных слов. Очень мне было приятно. Я очень рада, что у нас есть такие зрители. Что ты там зеваешь? Не знаю, хочу. И, конечно же, спасибо большое тебе. Спасибо. И мне. Напишите комментарий. Ты мне очень помогла и со столом, и с подарками, с цветами. Мне очень приятно. Вот. Да. В общем, ребятки, все. Кто за нами наблюдает, пишите комментарии, да. Как вам. Понравилось. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А мы сейчас будем выбирать вот это все и ложиться спать. Всем пока.